Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гости, подписчики нашего канала Юрий и Лариса Ивановы. Сегодня я поделюсь с вами одним из самых своих любимых закусочных тортиков, которые я готовила раньше на праздник, на праздничный стол для гостей. А как-то вот честно сказать себе, вот там, чтобы просто поужинать им, я не готовила. Так как сейчас у меня гости бывают очень-очень-очень редко, мне нужно, а мне хочется это все повторить и покушать. Поэтому мы готовим это сейчас для себя, как будто, ну, на ужин, можно сказать. Сегодня у нас будет вот такой ужин. Сготовлю потом гарнирчик, его можно использовать как закусочный пирог, так и как вот просто поужинать. Будет очень сытно. Я приготовила 500 грамм фарша. У меня вместе с луковицей уже и с чесночком. Я его уже присолила. Фарш у меня мясной. Мясо свинина, говядина и курица. Без сала я молола, мясо только. Теперь я приготовила для начинки. Сегодня я приготовила только лишь грибы. У меня 450 грамм. Две луковки 300 грамм. Теперь что? Майонез у меня 200 грамм. И 2 зубочка чеснока. Я вот не размешала. Я уже это приготовила. 2 яйца. 200 грамм сметаны. И 3 огромных ложки. Ну, столовых я имею в виду. С высокой горкой муки. Масло для обжарки коржей. Соль, перец. Присаливать еще буду эти грибочки с луком. Грибочки и лук я буду обжаривать. Эти коржи, когда я сейчас смешаю тесто, я тоже буду жарить. И когда я готовила на праздничный стол, я еще в начинку добавляла морковь. Ну, как отдельный слой у меня был. Мне казалось вообще, что это очень нарядно. Ну, зимой как бы ярко, нарядно. Вот эта морковь добавляла мне вот этой яркости. Сегодня я не готовлю с морковью, я вам уже сказала, я готовлю на обычный наш стол, на обычный наш ужин. Поэтому у меня будет все не ярко, и вот так вот, как я сегодня и задумала. Я приступаю к приготовлению. Для того, чтобы у меня не тряслась камера, как мне в последнее время говорят мои зрители. Ну, действительно, хорошее замечание. А я снимаю сейчас с фотоаппарата. Муж тут выяснил, что, оказывается, он тяжелый, поэтому он рука трясется. Я принесла сюда штатив, попробую его установить и попробую, чтобы меня было видно по максимуму и слышно. Конечно, мне очень нравится снимать с моим мужем все, потому как с ним очень удобно и весело готовить. И быстро, самое главное. Одной, конечно, все намного сложнее. Ну, вот так вот как-то, извините. Он работает допоздна, мы уже говорили об этом. Я крошу лук. Не совсем уж мелко, ну, помельче стараюсь. Скажу сразу, тортик этот будет очень-очень жирный. Я порезала, иду сразу обжаривать, чтобы у меня начинка готовилась. Включила я плиту, наливаю примерно 3 ложки масла, жду, пока нагреется. Масло нагрелось, опускаю лук и обжариваю его. Сама тем временем иду крошить грибы. Крошу грибы соломкой. Я их просто помыла, они, водичка с них стекла. Я крошу их. Вы можете, как вам нравится. Можете мелким кубиком покрошить. Я, кстати, когда была у дочери, мы с ними
с ее семьей ходили в бразильский ресторан. И там я кушала вот эти грибы совершенно сырыми. Ничего со мной не случилось. Говорю, когда я была у дочери. А где я была у дочери? Может, некоторые первый раз на нашем канале. Дочь моя живет в США. У меня там почти уже обжарился лук. Бегу туда добавлять грибы. Лучок еще немного похрустывает. Ну, сейчас я добавлю сюда грибочки. И все вместе это доготовится. Сколько тут? Минуточек 4-5. Все будет готово. Все, пока обжаривается, я иду готовить тесто. Что значит у меня в чашке? У меня фарш, как я уже говорила, с луком, с чесночком, с перчиком и солью. Я добавляю в него 2 яйца. Я надеюсь, видно. Сметану. Сметана у меня 10% жирности. Так, все это размешиваю до однородности. Теперь смотрите по густоте вашего теста и именно по нему добавляйте муку. Я сейчас добавлю вот 2 ложки. Одну с горкой, другую среднюю. Потому как, может, вы лука побольше положите. Ну, это уже будет на ваше усмотрение. Поэтому и регулируйте сами муку. Может, у вас сметана будет жиже еще. Может, вы вообще кефир добавите? Тоже можно добавить. Мне кажется, что мне надо подсолить. Все время не досаливаю. Перчика добавлю. И еще раз хорошо все промешаю. И все. Густота меня устраивает. Консистенция теста прекрасная. Пока я приготовила тесто, у меня тут обжарилось, влаги у меня почти нет, я не хочу пережаривать, я сейчас немножечко посолю, присолю, потому что я не присаливала, очень все сладкое, и отключу сковороду, все готово. Хочу сказать одно, у кого есть блендер, сейчас немножечко бы остыло, можно бы было это все в блендер опустить и сделать однородную массу, но у меня блендер сломан, сейчас я делала и перемалывала, как у меня однородная масса была это. И также и кусочками делала. Так что на вкус это сильно не повлияет. Готовьте как вам удобно. Включила сковороду, налила в нее 2 ложки подсолнечного масла. И теперь выкладываю фарш. Видите, 2 ложки с горкой. И мне надо его разровнять по поверхности сковороды, чтобы испечь блинчики. Короче, девочки, мальчики, вот я не знаю, сегодня не мой день. Один коржик спекла еле-еле, второй коржик у меня вот так вот развалился почти. Что со мной случилось? Я уже взяла блинную сковородку, чугунную, не знаю, сейчас если на ней не получится, буду как оладушками делать. Решила, что не мой день. Однажды пекла вот как-то тортик печеночный. Всяко разно, никак он у меня не снимался и все. Ну что делать, как оладушками спекла, да сделала, собрала тортик. Без приукрас, без ничего. Вот не получается сегодня. Уже руку обожгла. Как будто
кто-то... А, как будто камера мне мешает. Вот я не знаю даже, что со мной приключилось. Ну, не снимается вообще. Прикоснуться не могу, мне все горячо кажется и так далее. Можете осуждать меня, материть. Стрепуха-повариха. Ну, я же говорю, я на курсах кулинарных не училась. Так для себя готовлю. Вот такой торт мясной давно уже не делала. Для гостей, говорю же, делала. Просто жалко свой труд. Уже думаю, ну ладно, что теперь. Испеку оладушками. Продукты жалко, честно сказать. Я чувствую, надо снимать уже. О, аллилуйя! Неужели у меня все получится, друзья? Неужели все дело в сковороде? Пожалилась вам. Наверное, боженька пожалел меня. Услышал. Девчонки, мальчишки, пишите мне, у вас бывают такие казусы или нет? Или я одна такая криворукая? Ну нет, точно. Не мой день. Так, я уже снимаю третий целый блинчик. Ну и тут вот у меня два поломались. Один еще здесь, в этой тарелке. И вот этот третий. Итого 6 получается у меня блинчиков. Еще тут на один остается. Все равно я этот торт соберу. Как бы то ни было. Я его сегодня сделаю. Я думаю, не стоит огорчаться. Это не большая причина, по которой можно огорчиться. И хорошая хозяйка всегда найдет выход из положения. Сделает, как бы сказать, все исправит. Все нормально. Ну, вот так бывает. Не мой день точно. Что-то масло забыла капнуть. Это последний блинчик у меня. Какой-то многострадальный торт у меня получился. Посмешила вас, как всегда. Хотела мужа порадовать таким вкусным ужином. Мы сегодня собрались за картошкой ехать. Договорилась съездить, мол, совхоз. Мы каждый год у знакомого покупаем. Он занимается фермерством. Картофель выращивает, овощи на продажу. У него покупаем. Дожарила я блинчики. Вот они у меня. На столе буду собирать тортик. Я уже говорила, здесь у меня чесночок с майонезом. По ложечке, наверное, буду намазывать. Много не буду. Нет, не хватило чайной ложечки. И грибная начинка с луком у меня. Грибы с луком. Тоже распределяю по лепешке. Ну, а вы тоже смотрите, как вы, вам понравится сделать. Так, и кладу вот эту, которая у меня сломалась. Ой, и еще обломилась. Ой-ой-ой. Ну, ничего. Я все равно это все соберу и сложу. А там поменьше лепешечки. Итак, собрала второй слой с майонезиком. Я края не обрезала сегодня. Сегодня у меня такой смешной мясной торт. Я уже вас спросила, если у вас такие казусы бывают, то напишите мне. Поддержите меня. Ой, я сначала расстроилась, думаю, ну что такое? Не буду, наверное, готовить. Ой, ну нет, надо же мне приготовить это, раз я уж сделала. Да и видео начала снимать. Как есть, так и показываю. Без приукрас. Вот, следующую целую положила. Придавлю, притрамбую как бы.
сюда. Полторы выходит ложечки, однако, чайных на одну лепешку. Смотрите, можете сметанкой мазать, с чесночком или ренчем. Ну, так послойно и собираю. Отключился у меня фотоаппарат. Я что-то не заглянула. Дальше заглянула, смотрю, что-то выключено все. Господи. Говорю, что оператор с меня. Что повар, что оператор. Вообще обалдеть можно. Где таких берут, не знаю. Так, у меня уже все заканчивается. Последний слой. Сюда я скудно положу этих грибочков, а там везде щедро клала. И вот последний блинчик у меня целенький. Придавливаю хорошо. Придавила. Так, намазываю майонезиком. Ну и кто видит, где, что у меня там сломано было. И вот эти последние грибочки все сюда выкладываю. Это у меня как украшение, грибная поляна прямо. Так. Ой, еще и тарелкой загородила вам. Ой, ну вообще. В общем, это последний слой у меня грибной. Так, что еще хотела сказать. Его можно со всех сторон обмазать вот так майонезиком. И украсить, например, сыром тертым. Или чем там, или яйцом тертым. Даже чем хотите. Чем ваша душа. Чем вашей душе угодно можно украшать вообще. А можно фарш обжарить на сковородке и фаршем. Вот сейчас бы ему постоять бы в холодильничке. Так, часов 5 подстыть. Вообще прекрасно. Ну, у меня муж уже скоро приедет. А я ничем не буду украшать. Ни сыром, ни яйцом. Вот такое сегодня у меня настроение. Вот так майонезиком помазала, да и пойдет. Что тут, все смазала? Смотрите, каким замечательнейшим рецептом я с вами поделилась. И как можно исправить ситуацию, в принципе. У меня же, видели, какая плачевная ситуация была. Так, сейчас что? Надо взять полотенчика бумажное или салфеточку, что там, и протереть вокруг от майонеза. Чистенько все было. Как будто так и было. Попробовать надо. Вкусненько. Грибочки жареные. Ой, уже марать начала грязная салфетка. Ну что, у меня готов тортик, девочки и мальчики. Вот так вот. Сейчас постоит в холодильнике, пока муж едет. И я варю картофельное пюре. Это у меня будет как гарнир. Картофельное пюре. И такой замечательный закусочный тортик. Ну вот, дорогие мои друзья, то, что у меня получилось. Мясной торт. Ну и кто скажет, что у меня тут рваные коржи. А муж-то мой не знает, как я тут со слезами делала. Знаю я уже, что плакала, звоню ей, она там, ой, не получается, все испортилось. Ой, что-то тут поторопилась. Так, сейчас... Ну ничего, потом взяла себя в руки, стиснула булки, как говорится, и сделала. Вот смотрите, какая прелесть получилась. Вау, сейчас я буду... А муж мой пришел с работы. Сейчас поужинаем, и я говорила, за картошкой поедем. А я порезала помидорки у нас на ужин, вот толчонка. Помидорки и вот этот вот мясной тортик наш. Сейчас я забыла его сфотографировать, как обычно. Давай так сфотаем. Да не лохматый, а то сейчас снимешь мне. Муж, как всегда, тут я уже его снимаю. Пришел с работы. Давай, пробуй мясной тортик, как обычно. Хвали меня. Не могу. Опять он. Он, как всегда, ему все нравится. Бесполезно этому человеку давать что-то пробовать. Ну как вот можно так? Короче, девочки и мальчики. Никто и не заметил, что он у меня порванные коржи. Так что, если такая ситуация возникнет, не расстраивайтесь. Все у вас получится, все прекрасно.
А я тоже буду сейчас кушать. Мы помидорки, вот тортик и картошечка. Ну что, всем пока, машин. Ну все, муж завис. Не, некогда. Да. Сами машите. Всем пока-пока. До скорых встреч. Приятного аппетита.